Добрый день, друзья. 10:28. Вип-участок у нас покидается вот с таким вот небольшим уловчиком. День добрый. Да, но с такой, конечно, скажем так, с полной семьей так не посидишь, да? Да, холодновато. Похоже. Холодновато, да? Уже холодновато. С детьми нет, наверное, самому можно нормально посидеть. Ну, самому-то понятно. Вот самое главное, наш человек стоит, он уже у папки, у кармана греется. В двух словах о сегодняшней рыбалке. Ловила пасту. Нормально хорошо клевал на пасту. Несколько поклевок прозевал, две вот достал. И на актив. Актив начинаете разлавливать, да? Холоднее становится, вода вроде почище становится, да? Порвало прям сразу, поэтому что-то, наверное, хорошее зацепило. Так или иначе, чуть больше часа на VIP-участке отдохнули? Да. Удовольствие получили? Да, это самое главное. Приезжайте еще. Всего доброго и до скорых встреч. До свидания.